самое роскошное платье, которое выбирают женщины любого возраста. Свадьбы, юбилеи, выпускные, дни рождения, какие-то было праздники. Было бы платье, а повод найдется, я так считаю. Платье «Ажурный сад». Успейте до окончания эфира заказать его. Самое красивое платье, я хочу сказать главное, это комбинация кружева. Вау. Это не соединение где-то там пришивное. Это переход сложной конструкции плетения. Эффект 2 в 1. Блуза и юбка. Цветное кружево. Ну как? Пик популярности пришелся в прошлом году. Особенно эта ткань была популярна в Италии. Сегодня бренд SKS выбирает современные итальянские и французские материалы и отшивает коллекцию для вас. Для вас только самое лучшее. Самые современные ткани. Самые новые ноу-хау, такие, которых еще нет больше нигде. Выбирайте, и вы будете эксклюзивной красоткой. Знаете, когда женщины, Наденька, выбирают платье по типу футляр, они вниз надевают корректирующее белье. А здесь у нас внизу с вами упругая вискоза. Посмотрите, как она упруго тянется. А это что значит? Это значит, что это нижнее платье и есть корректирующее платье. Вы надеваете платье «Ажурный сад» на себя, а у вас новая фигура. Давайте посмотрим. Вот это да, 2 в 1, и не надо лишнего ничего надевать вниз. Ой, девчонки, вроде бы разные фигуры, но как достойно они смотрятся. Красиво. Эффектное, красивое платье, да его сейчас разберут, если вы не успеете позвонить. Срочно, срочно, у нас ажиотаж на линиях, звоните. Итак, это Ксения. У Ксюши стандартный тип фигуры. Дорогие красавицы, со стандартными фигурами берем размер в размер. Очень красиво подчеркивается линия бедер за счет того, что фасон юбки внизу карандаш. Одна из самых любимых юбок француженок. Марина носит сдвоенный размер 52-54. Если у вас сдвоенный размер, выбирайте, особо ориентируйтесь на объеме верха. Обратите внимание, что здесь вточные рукава, а значит, вам очень важно понимать, что это платье должно сесть именно на линию плеча. Если у вас больше верх, выбирайте больший верх. Представляете, что сейчас начнется? Занимайте скорее очередь в колл-центре, иначе платье «Ажурный сад» ускользнет от вас. А ведь это эксклюзивная модель, которую вы больше ни на ком не встретите. Самые популярные ходовые размеры 50, 56, 58, да, и 62. 62, потому что наши пышные красавицы тоже хотят быть красивыми, они хотят быть женственными. Платье действительно нарядное, ну практически вечернее. Я прямо сейчас хочу уйти из эфира и переодеть его, но у нас остается мало времени, друзья мои. Давайте посмотрим сейчас на кружево. Вот многие женщины спрашивают нас, девчонки, расскажите, насколько оно мягкое, тянется или не тянется? Да, потому что у многих осело в памяти, что кружево это жесткий материал. Давайте узнаем, точнее. Ну, мы давным-давно уже, Надя, говорим в нашей рубрике «Мода», да, что в основном дизайнеры выбирают мягкие кружева. И здесь, Надюша, кружево тоже мягкое. Смотри, во-первых, мне очень нравится техника плетения. Давай вместе посмотрим. Давай. И если ты проведешь рукой, проведи, пожалуйста, ты чувствуешь фактуру? Да. Чувствуешь? Объемный материал. Да. Такой, как будто набивной. Как будто бы каждый лепесточек чувствуется. А это техника плетения жаккард. Что это значит? Мы видим с вами сложное переплетение тонкой капроновой нити и, конечно же, более плотной. Она дает рисунок. И я хочу сказать, что это платье, посмотрите, эксперимент, оно у нас не деформируется. Так, не деформируется, остается на месте. Это же надо, вечерний такой капризный, казалось бы, материал. Кружевное сплошное кружево платье и верх, и низ. Меньше 4000, 3999. Давайте еще раз посмотрим на подиум. Итак, платье «Ажурный сад». В этом платье вы можете эффектно выглядеть на любом празднике, даже не дополняя себя украшениями. Потому что, как однажды сказала законодательница моды Коко Шанель, если на вас уже кружево, считайте, что вы украшены. Не перегружайте свой наряд. Это достойное предложение для элегантной женщины. Платье тип футляр очень красиво обнимает ваши формы и прячет внутри все секреты за счет эластичности и правильного кроя. Но надо
же потрясающая фактура. Даже у меня сложилось впечатление, что там вот такая вот нить, она как будто шелковая и да, как будто и блестит. Давайте еще раз. Вот, мы видим этот блеск, Надя, это сатиновый блеск, благородный. Там, подожди, то есть там ничего не нашито, ничего не будет цепляться? Нет, конечно нет. Эта ткань очень плотная, с эффектом эластана. И внутрь, кстати, добавляют лайкру. Она-то и дает эффект блеска. И, кстати, лайкра добавляется сегодня в нижнее белье. Вот почему наше кружево становится мягким. Но это плотная и практичная ткань. Цена на платье 3999 рублей. Многие женщины звонят и спрашивают: Света, я купила бежевый кардиган. Подойдет ли он к нашему платью «Ажурный сад»? Специально для вас в нашу студию мы вновь привнесли наш кардиган из вискозы. Вискозный сатиновый блеск нашего кардигана и кружево идеально сочетаются друг с другом. Сюда подойдет и красный цвет. Мы сейчас попросим Марину. Мариночка, накинь на плечи красный кардиган и выйди, пожалуйста, к нам снова. Мы сегодня с вами действительно становимся другими. Стиль. Качество, совершенство. Звоните нам, мы ждем ваших звонков. Итак, посмотрим на Марину. Марина выбирает платье «Ажурный сад», бежево-слоновая кость плюс черный цвет. И разбавила Марина, добавила яркости при помощи кардигана «Адамина». Дорогие женщины, я уже вижу ажиотаж, впереди важные события в вашей жизни. Как прекрасно, когда в вашем гардеробе есть неувядающее кружево. Кружево появилось впервые в начале 14-15 века, когда его выплетали вручную. Тогда мастерицы выплетали кружева для королев. Да. А сегодня, надев кружево «Ажурный сад», каждый из вас становится королевой. Мне нравится то, что здесь кружево ни одного цвета. Оно необычное. Вообще такого редко можно встретить. Друзья мои, давайте посмотрим на область рукава. Да. Женщины звонят нам, Нижний Новгород, Нина Петровна, и спрашивает: Света, у меня полные ручки. Я вижу, что у девочек ручки постройнее. Вот меня волнует вопрос, рукавчик пролезет или нет. Уважаемые женщины, у кого полноватая рука? Показываем вам сейчас, что наше кружево слегка тянется. Но если вас смущает область ночного рукава, вы можете взять это платье на размер побольше. Да, вот так вот просто решается эта проблема, но кружево действительно эластичное, поэтому даже по большому счету не о чем переживать, бояться. Звоните сейчас, платье, несмотря на свою вообще нестандартную красоту, очень удобное, комфортное, мягкое. И цена на него по факту 3999 рублей. Это тот случай, когда не верьте глазам своим.